Эй, ты вернулся, наконец! Ты должен немедленно увидеться с Ксардосом. Возникли проблемы. В это я готов поверить. После того, как ты ушел, здесь начался ад кромешный. Поговори с Ксардосом, он ждет тебя. Передал мне эту руну для тебя. Она поможет тебе добраться до него побыстрее. Увидимся там. Эй, ты! Я исследовал неизвестную часть острова. И что ты нашел? Все кончилось тем, что в мои руки попал коготь Белиара. Коготь Белиара? Где он сейчас? Он у тебя с собой? Да, вот он. Как интересно! Это оружие может нам очень помочь. Но оно также и очень опасно. Будь осторожнее. И самое главное, не потеряй коготь. Я вернулся из долины рудников. Давно пора. И что ты там видел? Ты был прав. Там все кишит врагами, даже яблоку упасть негде. Орки осаждают замок, а драконы опустошают все вокруг. Осталось недолго, прежде чем они нападут на Хоринис, если я не ошибаюсь. Лестер сказал, что ты хотел видеть меня как можно быстрее. Что, черт возьми, произошло здесь? Враг узнал, кем ты являешься на самом деле, и планирует завладеть глазом Иноса. Он распознал эту угрозу. Это заставило его выйти из тени и решиться на открытую атаку. Игра в прятки окончена. Вчера еще никто не знал, какова будет атака врага. Но теперь это становится слишком очевидно. Меня атаковали маги в черных мантиях. У врага много обличий. Ищущие одно из них. Они те, кто подготавливает плацдарм для врага. Они заняли позиции в стратегических местах и теперь только ждут возможности захлопнуть ловушку. Держись от них подальше. Они сильные маги, и они попытаются во что бы то ни стало остановить тебя. Я, наконец, добыл доказательство, которое требовал от меня лорд Хаген. Что еще за доказательство? Я получил письмо от Гаронда, предводителя паладинов в долине рудников. В нем он просит о подкреплении. Этого должно быть достаточно, чтобы убедить воинственного ветерана. Отлично. И каков будет наш следующий шаг? Иди и отнеси лорду Хагену письмо от Гарнда. И добейся от него, чтобы он позволил тебе взять глаз Иноса. Затем иди в монастырь и поговори с Пирокаром. Он должен дать тебе глаз. Сейчас нет ничего более важного, чем обеспечить безопасность этого артефакта. Иди, пока еще не слишком поздно. Враг также попытается наложить на него свои лапы. Глаз Иноса был уничтожен. Что?
Что ты говоришь? Уничтожен? Я нашел его в северных лесах. К сожалению, мне удалось найти только фрагменты. Это был наш единственный шанс противостоять этим драконам. И мы провалили его. И что теперь? Это болезненный удар. Мы должны перестроиться. Я должен уединиться и все взвесить. А тем временем ты отправляйся в город и поговори с Ватросом, магом воды. Возможно, он знает, что нужно делать. Ватрос отправил меня к тебе. Хорошо. Что он сказал? Он сказал что-то о ритуале обращения в круге солнца. Вот старый дьявол. Думаю, я знаю, что он затеял. Ты пришел, чтобы призвать меня к нему? Похоже на то. Когда ты отправляешься? Не стоит заставлять Ватроса ждать. Я отправляюсь немедленно. А ты должен выполнить свою задачу, а затем присоединиться ко мне опять. Подожди минутку. Этот ритуал обращения сработает? Я не совсем уверен. Это зависит от того, что именно собирается сделать Ватрос. Киракар отказывается принять участие в ритуале. Сначала он хочет получить доказательство того, что он может доверять тебе. А, неужели, Пирокар? Как интересно. Этот старый чудак становится совершенно невыносимым. Но я думаю, у меня есть кое-что, что поможет тебе. Когда я покидал Орден Магов Огня, я взял с собой из монастыря несколько вещей. Я не хотел, чтобы паладины или маги огня перевернули все в моей башне вверх дном и нашли эти вещи. Поэтому я спрятал их в надежном месте, где магам никогда не придет в голову искать их. И где же? Некоторые из них лежат в запертом сундуке на ферме Сикоба. Ты доверяешь этому Сикобу? Нет, но его можно купить, и он не будет задавать глупых вопросов. К тому же этот сундук заперт. Вот ключ. Там, среди прочего, есть очень старая книга. Когда Пирокар увидит эту книгу, он поймет, что она от меня. Она больше не нужна мне, поэтому пусть она послужит хоть такой цели. Вот он.
Вот он! Вот он! Там ничего нет. Он все время знал об этом. Он слишком много болтает. Я уже подумывал об этом. Это секрет. Если все будет по-другому... Нам остается только... Похоже, твоя карьера переживает стремительный взлет. Паладин короля. Но куда бы ни занесло тебя, прошу, не забывай своего старого учителя. Заслужил этого. Я принес несколько шкур для тебя. Овечьи шкуры? Ты ведь не убивал овец фермеров на пастбищах, нет? Я даже и не думал заниматься этим. Волчьи шкуры — это хорошо. Шкура варга — это опасные звери. А, и даже шкура мракориса, она дорогого стоит. А это что за шкура? Черт побери! Я снял ее с тролля. Это? Она стоит целое состояние. Отличная работа. Заходи ко мне еще, когда у тебя будут шкуры.
Я даже не знал об этом. Он все время знал об этом. Эй! Я ей больше ничего не скажу. Я Эй, ты! Ты вернулся к работе на поле? Эй, ты же парень, который спас мне жизнь! Да, я снова тружусь. Особенно тяжело приходится с этими чокнутыми братьями. Черт, даже с бандитами было проще. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти. Вернулся к работе на поле. Эй, ты же парень, который спас мне жизнь. Да, я снова тружусь. Особенно тяжело приходится с этими чокнутыми братьями. Черт, даже с бандитами было проще. Эй, ты! Ты все еще здесь? Ну да. Все еще ссоритесь? Не твое дело. Забудь об этом. Скажи, ты не был недавно на ферме Лоберта? Может быть. А что? О, ничего такого. Я просто хотел поговорить с Вино о его винокурне. Винокурня? Какая винокурня? О, мне, наверное, не стоило говорить об этом. Вино всегда так трепетно относился к этому своему маленькому секрету. Ну ладно, все равно уже я проболтался. В лесу, неподалеку от фермы, Вино устроил секретную винокурню. Несколько дней назад он попросил меня дать ему что-нибудь, чтобы смазать механизм решетки, установленный там. Последнее время шли дожди, и она заржавела. Лебедку заклинило, и он не может поднять решетку. И? Ты достал смазку? Да, конечно. Самую лучшую. Жир крыса-крота. Потрясающая вещь, скажу я тебе. Ее используют даже для смазки корабельных пушек. Продай мне этого жира. Это обойдется тебе недешево, приятель.
Он очень редко встречается в этой части страны. Сколько? 100 золотых? Договорились. Хорошо. Вот, держи. Вина убьет меня за это. Эй! У меня нет времени для тебя. Насчет твоих работников. Ты привел их назад. Ты очень храбрый человек. Возьми в качестве награды это золото. Как мне найти ферму Анара? Спустись по каменной лестнице вон там, а дальше иди по дороге на восток. По пути тебе встретится таверна. От нее иди дальше на восток, пока не выйдешь на большое поле. Вот там-то эти наемники и живут. Есть что-нибудь интересное? Мои овцы постоянно пропадают. Скоро нам нечего будет есть. Есть еще новости? Кто-то постоянно крадет моих овец. Я теперь не могу спокойно спать по ночам. Кто может делать это? У меня есть подозрение. Какие-то темные личности обосновались в пещере вон в том лесу. Мне трудно поверить, что они питаются только ягодами. Я почти уверен, что именно они виновны в исчезновении моих овец. Что это за таверна к востоку отсюда? Спроси об этом Рэндольфа. Он знает о ней лучше меня. Он бывал там несколько раз. Есть что-нибудь интересное? Мои овцы постоянно пропадают. Скоро нам нечего будет есть. Похмелье? Да уж врагу такого не пожелаешь, и я не могу избавиться от него. Я больше капли в рот не возьму, клянусь. Твои деньги пропали, извини. Эй, ты! С тобой все в порядке? Мы справимся. Вот только не знаю, сколько еще нам придется терпеть этих дьяволов в черном. Я так долго не вынесу. Они шныряют вокруг дома и везде суют свой нос. С тобой... Мы справимся. Я так...
Артон!